Всем здравствуйте! Очередное видео о жизни в деревне, о хозяйстве. Пошел свое хозяйство кормить. У меня 3 козы да ворон, да свиней вьетнамских маленько. И все хозяйство. Сено у меня закончилось, тюк. Солома тут на подстилку, и тоже они ее едят маленько. Есть тут зелененькая всякая травка. Выедают, любят. Хоть и есть, короче, у меня в хозяйстве конь, он тот, придется катить руками. На сани я пытался в прошлый раз погрузить, корежился, тужился. Все-таки я, короче, погрузил. Думаю, что его ближе вести, дай попробую еще ворона тогда заодно поэксплуатирую. Туда в поле хотел выехать, начал, в общем, разворачиваться. Тюк тоже отсюда вез. Тут вот развернулся, и он там, он у меня в конце огорода выпал. И обратно мне его было уже сложно сильно загрузить, и покатил я его руками, потом коня распрек. Тюки 3-центнеровые, тяжеловаты, одному несподручно. Пускай даже там не 300, но 250 килограмм у них точно есть. Вот так вот. А если бы вдвоем, то он хорошо на сани грузится и потом везется. Вот так вот. Там он у меня привязывается. Сегодня он у меня на отдыхе дома стоит. Там колеса таскает. Потом как-нибудь еще засниму в поле, где он ходит у меня. Ну вот так вот. Покатим. Да, кормить его. А никто не говорил, что в деревне легко. Надо трудиться. Ах!
Надо кричать так: а, я медведь. И все будет. Ну вот так вот. Мне, в общем, можно теперь дней 10 отдыхать. Дней за 10 у меня хозяйство. Тюк этот съест. На первом где видео помогал я управляться. А там за сутки тюк съедает. На зиму почти 200 тюков надо. У меня прошлый год ушло 18. С учетом того, что ворон практически всю зиму день пасется. И на ночь ему волю сена сколько съест. К тому же. Ну вот так вот приходится иногда постараться. Сейчас проведаем ворона. Самая хорошая закрывашка в деревне. Кто на первом видео не видел, лом все закрывает. Да, красавец. Сейчас буду кормить. Сено в этом году не очень. Кошено было поле, которое не косилось давно. Старья много, даже ворон не выедает все. Прошлый год было зелененькое, вообще замечательное сено. Кусается засранец. Он там все подчистую выедал. Уйди тебе! В этом году много он остается. Да? Ну ладно, будем кормить своего кормильца. Он меня кормит, я его. Все, стой, жди. Ну как-то вот так вот. Потом буду дальше снимать. Всем здравствуйте, январь месяц. Поехали мы с вороном, в общем, в лес на дело, на то дело, которое как бы 1 сентября дядя Вова Путин дал добро хвор собирать. Там он где-то сейчас два снегохода, короче, ездит. Так как я понимаю, охотников, браконьеров, вернее, ищут. Гудят. Уезжали сначала туда, в сторону соседней деревни. Сейчас по звуку на приближение. Но так как я человек такой, что егерей уже всех довел, местных, то поедем с вороном, и сейчас нас это туда ворон не остановит. Будут дяденьки нам выделываться, мы их на камеру заснимем, они нам растолкуют законы, чего, кого можно, чего нельзя. Там в интернете кто что пишет. Так что вот так вот. Все на своей шкуре будем испытывать. Можно, нельзя, что можно, что нельзя. Так, ну-ка, да. Нормально. Ой, нормально, наверное. Далеко даже, я его запрёк, надо было поближе. Ну ладно, если что, перепрягу в лесу. Погнали мы с вороном. В общем, вот так вот мы едем. Снегу достаточно, оказывается, много. Местами гребем, или у нас посадка низкая на санях, не знаю. Сзади вон такой след остается. Так, ворон справа. Надо, оказывается, за дорогой еще следить. Все, сказал, дальше не пойду. Пойдя. Никто не говорил, что будет легко. Да, так что обратно уже своим следом будет полегче. Хоть даст Бог и будем груженные, но все равно будет полегче. А потом будет еще легче. А потом в
стянется он, и вообще будет красота. Ну, в общем, вот такой у нас путь. Полпути проехали, еще километра полтора осталось. Может, километр. Ну нет, больше, полтора, наверное. Так вот, едем, едем. Ну что, в общем, украл я что хотел. Как украл, вернее, насобирал. Насобирал. Вот, попробуем с вороном сейчас. Взяли, что плохо лежит, и попробуем сейчас увезти. Видно, что вот из земли взял, да, вот специально сверху оставил. Не знаю, как ворон сейчас остыл, нет, но я вспотел. Сейчас будет ворон потеть и остывать. Вот так вот пришлось потрудиться, и ворону сейчас, видимо, придется потрудиться. Так-то увезти он должен. Главное, чтобы у нас ничего не сломалось. Ни дуга, ни оглобли. Ну, снегу, конечно, много. Сейчас посмотрю, как он повезет. И повезет ли. А то придется рядом бежать. На 80 килограмм веса убавлю ему все-таки. Ну, вот так вот будем пробовать сдвигаться сейчас. Ну, ворон так-то парень молодец. Ну попробуем, да, ворон? Айда, пробуй давай. Эх, все захрустело. Ну, везет даже парень, не чувствует. Айда. Все, домой. Еще добавить, что ли? Айда, пошли. Айда. Айда. Ага, все-таки уперся. Айда. Не хотел он, в общем, идти. Пришлось его заставить. Идет довольно так легко, а с места сдирал с трудом. Ленился. В таком случае надо его все-таки, если знаю, что он может стащить, значит, надо заставлять, чтобы стащил. Иначе поймет, что можно отказываться от тяжелой работы. И не тащить в следующий раз. Вот так вот я его доставил все-таки с помощью матерного слова и вожжей. Где? Эх, варежка, варежка. О, может бегом даже бежать. Ну ладно, движемся мы дальше. Вот так вот. В общем, приехали мы с вороном домой. Умотался мой красавчик. Два раза пытался останавливаться и говорить, что хозяин, хватит, бросай. Но довезли мы, да? Километра три от дома, наверное, езди. Ну вот так вот буду распрягать его. Есть мокрый. Кормить его нельзя, пока не накушался. Быстро его в сарайку. Всем пока.